Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь, вечную жизнь, вечную жизнь. Ранами Его исцелился Ты, и проклятия Твои Он понес на Себе, Он открыл Тебе дорогу к вечности. Гвозди в Его руках дали свободу Тебе, дали свободу Тебе, дали свободу Тебе. Как овца был веден на убийство он, и как огнец он безгласен был. Люди думали, что он был Богом уничижен, но он взял на себя наши немощи, он понес грехи всех на себе. Он страдал, потому что любил людей, был распят на кресте. Но на третий день воскрес, он не умер, он жив, он победил смерть, он победил смерть, да, он победил. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь, вечную жизнь, вечную.